Начинаем финальный блок второго дня первенства России по самбо среди юниоров, юниорок и боевому самбо. Отборочные соревнования на первенство мира и первенство Европы. Представляю главную судейскую коллегию, обслуживающую финальную встречу весовой категории до 50 кг у юниорок. Заместитель главного судьи, судья всероссийской категории Игорь Кочкин, Сибирский федеральный округ. Руководитель ковра, судья всероссийской категории Роман Моталев, Санкт-Петербург. Арбитр, судья всероссийской категории Максим Корниенко, Москва. Боковой судья, судья всероссийской категории Игорь Степанов, Центральный федеральный округ. На спортивную арену приглашаются юниорки весовой категории до 50 кг. Емелюкова Софья, Приволжский федеральный округ. Дудина Кристина, Уральский федеральный округ. Уважаемые финалисты весовой категории до 58 килограммов, Далмиев Ферзан, Дедов Вадим, пройдите контроль формы. На спортивную арену вызываются финалистки весовой категории до 50 килограммов. Емелюкова Софья, Приволжский федеральный округ. Дудина Кристина, Уральский федеральный округ. Повторно на спортивную арену вызываются финалистки весовой категории до 50 килограммов Емелюкова Софья, Дудина Кристина. К выходу на ковер готовятся финалисты весовой категории до 58 килограммов юниоры Делмиев Ферзан, Дедов Вадим.
Победительница первенства России по самбо среди юниорок весовой категории до 50 килограммов Емелюкова Софья, Приволжский федеральный округ, Чебоксары. Заместитель главного судьи, судья всероссийской категории Дмитрий Редин, Дальневосточный федеральный округ. Руководитель ковра Павлов, Южный федеральный округ. Арбитр, судья всероссийской категории Евтушенко, Сибирский федеральный округ. Боковой судья, судья всероссийской категории Матвеев, Уральский федеральный округ. На спортивную арену вызываются финалисты весовой категории до 58 килограммов. Делмиев Ферзан, Приволжский федеральный округ. Дедов Вадим, Москва. Представляю участников. В красной форме Ферзан Делмиев, является кандидатом в мастера спорта. Представляет Приволжский федеральный округ, Чувашскую республику, город Чебоксары. В синей форме Вадим Дедов, является мастером спорта России по самбо. Представляет Москву. Борьба за первое место. К выходу на спортивную арену для объявления результатов готовится Лезнев Анатолий, весовая категория до 64 килограммов, боевой самбо. Уважаемые финалисты весовой категории до 79 килограммов, Затылкин Илья, Лопалук Ефим, пройдите контроль формы. Стопочку! 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 Стопочку!
Победитель первенства России по самбо среди юниоров в весовой категории до 58 килограммов 2022 года в Казани Вадим Дедов, Москва. И мы поздравляем обладателя серебряной медали Гелмиева Ферзана из Чебоксар. Для объявления результатов встречи на спортивную арену вызывается Леснев Анатолий, Сибирский федеральный округ. Победитель первенства России по самбо среди юниоров весовой категории до 64 килограммов Анатолий Леснев, Новосибирск. Для объявления результата встречи на спортивную арену вызывается финалистка весовой категории до 65 килограммов среди юниорок Евгения Чириш, Москва. Чириш Евгения, пожалуйста, на спортивную арену. К выходу на спортивную арену готовятся финалисты весовой категории до 79 килограммов. Затылкин Илья, Лоповок Ефим. Победительница первенства России по самбо среди юниорок весовой категории до 65 килограммов Евгения Чириш, Москва. Заместитель главного судьи, судья всероссийской категории Игорь Кочкин, Сибирский федеральный округ. Руководитель ковра, судья всероссийской категории Арын Хаджаян, Южный федеральный округ. Арбитр, судья всероссийской категории Марина Черникова, Уральский федеральный округ. Боковой судья, судья всероссийской категории Илья Барабанов, Москва. А на спортивную арену вызываются финалисты весовой категории до 79 килограммов. Затылкин Илья, Лопалок Ефим. В красной форме Илья Затылкин является кандидатом в мастера спорта, представляет Приволжский федеральный округ, Пензенскую область, город Заречный. В синей форме Ефим Лопалок является кандидатом в мастера спорта, представляет Приволжский федеральный округ, Нижегородскую область, город Кстово. Для объявления результата встречи к выходу на спортивную арену готовится Нуцалхан Магомедов, весовая категория до 88 килограммов, боевое самбо. Юниорки весовой категории свыше 80 килограммов финалистки Михеева Ольга, Соловьева Екатерина, пройдите контроль формы.
Победитель первенства России по самбо среди юниоров 2022 года в Казани в весовой категории до 79 килограммов Илья Затылкин, Приволжский федеральный округ, Пензенская область, Заречный. И мы поздравляем обладателя серебряной медали Ефима Лоповка из Кстова. Судьи остались. На спортивную арену вызывается финалист весовой категории до 88 килограммов, боевой самбо Нуцалхан Магомедов для объявления результатов встречи. Победитель первенства России по боевому самбо среди юниоров весовой категории до 88 килограммов Нуцалхан Магомедов, Северо-Кавказский федеральный округ, Дагестан, Махачкала. Спасибо. Заместитель главного судьи, судья всероссийской категории Дмитрий Редин, Дальневосточный федеральный округ. Руководитель ковра, судья всероссийской категории Нурисламов, Северо-Западный федеральный округ. Арбитр, судья всероссийской категории Яковлев, Москва. Боковой судья, судья всероссийской категории Джанибеков, Северокавказский федеральный округ. Для объявления результатов встречи на спортивную арену вызывается Михеева Ольга, Свердловская область, Екатеринбург. Победительница первенства России среди юниоров весовой категории свыше 80 килограммов Ольга Михеева, Уральский федеральный округ, Свердловская область, город Екатеринбург. Заместитель главного судьи, судья всероссийской категории Сергей Пегасов, Приволжский федеральный округ. Руководитель ковра, судья всероссийской категории Дмитрий Ильич, Центральный федеральный округ. Арбитр, судья всероссийской категории Сергей Ефимович Лопових, Приволжский федеральный округ. Боковой судья, судья всероссийской категории
Даниил Лейченко, Северокавказский федеральный округ. А на спортивную арену вызываются финалисты весовой категории свыше 98 килограммов. Желтов Роман, Уральский федеральный округ. Онищенко Владислав, Сибирский федеральный округ. В красной форме Роман Желтов, является мастером спорта России по самбо, представляет Уральский федеральный округ, Свердловскую область, город Екатеринбург. В синей форме Владислав Онищенко, кандидат в мастера спорта, представляет Сибирский федеральный округ, Кемеровскую область, город Новокузнецк. Борьба за первое место. Уважаемые финалисты весовой категории среди юниоров по боевому самбо, весовой категории свыше 98 килограммов, Радченко Руслан, Абдулкадиров Тина Магомед, пройдите контроль формы.
К выходу на спортивную арену готовятся финалисты весовой категории свыше 98 килограммов, боевой самбо, Радченко Руслан, Абдукадиров Тиномагомед. Победитель первенства России по самбо среди юниоров весовой категории свыше 98 килограмма Роман Желтов, Уральский федеральный округ, Свердловская область, Екатеринбург. И мы поздравляем Владислава Онищенко с серебряной медалью из Новокузнецка. Заместитель главного судьи, судья всероссийской категории Борис Сова, Центральный федеральный округ. Руководитель ковра, судья всероссийской категории Александр Бондаренко. Арбитр, судья всероссийской категории Алексей Чугреев, Приволжский федеральный округ. Боковой судья, судья всероссийской категории Павлов, Южный федеральный округ. А на спортивную арену вызываются Радченко Руслан, Абдулкадиров Тиномагомед. В красной форме Руслан Радченко, кандидат в мастера спорта, представляет Сибирский федеральный округ, Красноярский край, город Красноярск. В синей форме Тиномагомед Абдулкадиров, кандидат в мастера спорта, представляет Северокавказский федеральный округ, Республику Дагестан, город Махачкалу. Бой за первое место.
огромной физической силой. Вы его ждите. Thank you.
Победитель первенства России по боевому самбо среди юниоров Тимомагомед Абдулкадиров, Дагестан. И мы поздравляем обладателя серебряной медали Руслана Радченко из Красноярска. Победителем и призером в красной форме самбо подготовиться к приятной церемонии награждения. Награждение начинается с юниоров. Просьба от организаторов подготовиться в красной форме самбо к награждению. Завтра начало соревнований в 10:00. Внимание!
победители и призеры. Просьба собраться в разминочном зале. Форма красная, куртка, красные шорты.
церемонии награждения принимает участие тренер сборной команды России, заслуженный тренер России, Новгородцева Нина Анатольевна. А также главный судья соревнований, тренер высшей категории, мастер спорта Дроков Артем Николаевич. Весовая категория 50 килограмм. Самбо, девушки. Наш бронзовый призер Белоусова Валерия Евгеньевна. Приморский край. Серебряный призер соревнований. Дудина Кристина Алексеевна. Свердловская область. Победителем первенства России по самбо становится Емелякова Софья Константиновна. Чувашская республика. Тренер победителя Бегасов. Ваши бурные аплодисменты нашим победителям. Весовая категория 65 килограмм. Самбо, девушки. Победитель соревнований. Первое место. Золото. Михеева Ольга Игоревна.
фотографии на память и, конечно же, ваши бурные аплодисменты.
Семенов Илья Александрович, город Москва. Серебряный призер соревнований. Радченко Руслан Андреевич, Красноярский край. И победителем первенства России по самбо становится под ваши бурные аплодисменты Абдул-Кадиров, Тина Магомед, Хабиб Абидович. Республика Дагестан. Тренер победителя Магомедов. Ну что ж, дорогие друзья, по традиции, просим собраться для общей фотографии. Ребят, давайте живее, пожалуйста. Все вместе, дружно. Эти фотографии вы увидите на официальном сайте. На добрую-добрую память, пожалуйста. Все поживее, общая фотография. Ребят, давайте, подходим.
Итак, 3, 4, руки вверх. Еще раз, Лела, еще раз, не расходимся. Еще раз, давайте, на счет 3-4. Кто остался? Хорошо, кто остался? 3-4, давайте. Готовы? Громко-громко. 3, 4. Кто пришел? На этом второй день Первенства России по самому нашему концу. Всем большое спасибо.